Друзья, на связи Мускул Шоп, с вами Сергей. В этом ролике: как выбрать беговую дорожку, на что обращать внимание, почему беговая дорожка может угробить ваши колени. Так, с чего начинаем выбор беговой дорожки? Первое, с чего нужно начать, я бы вообще начинал с этого, это выбор производителя. Это самое важное. То есть производитель в интернете, ну как и в принципе в онлайн, в офлайн магазинах очень много разных фирм. Обращайте внимание на производителя, потому что если бренд неизвестный, либо о нем мало кто слышал, могут возникать потом проблемы с запчастями в дальнейшем, либо с сервисом в целом. То есть вам нужно что-то заменить, у вас, к примеру, даже есть запчасть, кто это заменит? В нормальных сервисных центрах есть специальные люди, которые занимаются ремонтом, которые знают о тренажере, все могут подсказать или сами отремонтировать. Потом второй фактор — это есть запчасти, то есть на модели, которые даже вышли вот из эксплуатации, то есть, ну, вы же понимаете, что модели постоянно обновляются, как и автомобили, допустим, каждый год там или два выходит новое поколение автомобилей, так же само и с тренажерами. Ну, не каждый год, но довольно часто, там раз в два года хотя бы происходит обновление и модели замещаются. Но есть модели, которые долгожители, которые уже давно. Таких крайне мало, но они заслужили свое внимание от клиентов тем как раз, что они хорошего очень качества, мало ломаются, мало отзывных компаний по ним, и они из года в год они остаются в строю. Вот. Но основная масса, конечно, обновляется, и вот с этим как раз и бывает сложность. То есть в хороших специализированных и проверенных сервисных центрах есть запчасти даже на модели, которые уже вышли из производства, замещены. И поэтому это очень важный фактор. Смотрите на магазин, чтобы он был проверенный, чтобы у него были отзывы положительные, чтобы он был представлен там в Ютубе, в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбук, ну, чтобы это были публичные личности, публичный магазин, то есть не какой-то там однодневка, который там вырисовался, продал и все, его больше нет. На OLX вообще не советую покупать, потому что там, помимо того, что там много кидалово, там еще и непонятно, кто выставляет свои позиции. Отдельная история. Я думаю, вы сталкивались с OLX и уже знаете об этом. Потом, когда вы определились с брендом, определились с магазином, смотрите на технические параметры, то есть по весу подбирайте. У вас, к примеру, вес 120 килограмм, вы собираетесь бегать, да? И тогда от параметров отталкивайтесь. То есть дорожку берите чуть-чуть завышенным весом. То есть у вас 120, берите, чтобы она была хотя бы на 130 килограмм рассчитана. Это важно, потому что потом при занятиях, особенно если вы передумаете бегать и захотите просто ходить, во время ходьбы на дорожке гораздо больше нагрузку получает двигатель, чем во время бега. Потому что когда вы бежите, вы, так называемый режим полета, вы касаетесь чуть-чуть, да, полотна. Когда вы ходите, у вас большая нагрузка на полотно, постоянно сила трения используется здесь повышенная. И крыльчатка, соответственно, меньше охлаждает двигатель. Поэтому во время ходьбы на дорожке, ну, казалось бы, вроде бы нагрузка должна быть меньше, а на самом деле нагрузка больше на двигатель. Тем более, вот не рекомендуется брать впритык, если вы собираетесь ходить. То есть, если у вас 100 кг, вы берете на 100 кг дорожку, и для ходьбы тем более, это, ну, 50 на 50, что она будет у вас нормально работать. Лучше берите с запасом. Тем более, если для ходьбы, берите там 10 или 20 кг запас мощности, ну, вернее, запас веса. Посмотрите на ширину полотна. Ширина полотна должна быть, вот вы стали, к примеру, да, ноги спокойно на ширине плеч, ну даже в спокойном состоянии, и плюс одна стопа — это вот будет минимальная ширина беговой дорожки для вас. То есть, соответственно, чем выше рост, тем шире должно быть беговое полотно. Табличка опять же будет вот здесь по выбору ширины бегового полотна в зависимости от роста. Следующий параметр — это должна быть обязательно в дорожке должен быть встроен пульсометр. Без этого, ну, никуда. То есть вы должны мерить пульс во время тренировки. Я понимаю, что эти значения будут примерные и могут отличаться от вашего реального пульса, который вы меряете. Но
примерно вы будете понимать разницу. Вы, кстати, замеряете один раз вот так на руке, замеряете в тот же момент на датчиках пульса на дорожке. Вы будете понимать примерную разницу в разбег. И выставляете эти значения во время тренировки. Потому что крайне важно заниматься правильно по пульсу. Ну, естественно, стандартная формула, то есть ваш 220 минус ваш возраст. Это предельное значение пульса, которое допустимо вообще для человека, который хочет жить долго и счастливо. А интенсивная нагрузка, возможно, на этом значении умноженная на 0,7. То есть, к примеру, там у вас 220 минус вам 40 лет, там 180. Предельный пульс умноженный на 0,7, это около 160 ударов в минуту у вас максимальное может быть. Не максимальное, а интенсивная тренировка может быть на этом пульсе. То есть по пульсу ориентироваться нужно обязательно. По дорожке желательно, чтобы было, чтобы были программы, чтобы вы могли настроить программу и задать интервальные тренировки. Это важно именно для тех, кто собирается сбросить лишний вес, худеть. То есть интервальные тренировки дадут хороший толчок в этом направлении. Исходя из ваших целей, всегда подбирайте тренажер. То есть мы определились с брендом, с магазином, с весом пользователя, с габаритами. Полотна нужно определиться. Желательно, чтобы дорожка имела регулировку угла наклона автоматическую. Не только вручную, но и автоматическую желательно. Пульсометры должна иметь. Ну и все. Если учитываете все эти параметры, знаете ваши параметры, вам сложно будет подобрать. Ну, конечно, если вы сомневаетесь, можете позвонить нам, и человек всегда наш подскажет и расскажет, какую дорожку нужно выбрать под ваши параметры. Можете, кстати, мне написать, я тоже отвечу, помогу с выбором. Можете оставить в комментарии на вопрос свой, я тоже всегда отвечаю на все комментарии. Если у вас есть тренажер, но вы не знаете, как правильно заниматься, или хотите скинуть хорошо вес, можете тоже оставить в форме под этим видео заявку, и наш тренер поможет вам составить программу тренировок и питания именно под вас. Это, естественно, стоит денег, но мы тоже оказываем такие услуги. В целом, все, что хотел рассказать по выбору беговой дорожки, я сказал. По промокоду, который будет ниже в описании, это промокод 1554, вы всегда получаете дополнительную скидку на нашем